Сухая листва, мусор, битые стекла. Такие подснежники с приходом весны каждый год возникают на территории района. К сожалению, количество сотрудников коммунальных служб не хватает для их уборки. Тогда на помощь им приходят неравнодушные люди. Сегодня чиновники и работники муниципальных учреждений показали пример борьбы за чистоту. Сегодня у нас просто на работу вышли в Нахабино, в Красногорске, в Отрадненском, в Ильинском сельском поселении муниципальные бюджетные учреждения и подведомственные учреждения, такие как УАО «Теплосеть», «Водоканал», МУП «Желтрест», Красногорское предприятие электрических сетей. В общей сложности сегодня занято в мероприятиях порядка 800 человек только в Красногорске. Субботники проходят в рамках месячника по благоустройству. Сегодня работники районной администрации решили убрать от прошлогодней листвы и мусора территорию усадьбы Знаменская-Губайлова. Объем работы не маленький, о чем свидетельствует количество мешков, оставшихся после наведения чистоты. И это только начало. Мест в районе, которые требуют уборки, еще предостаточно. И здесь без поддержки неравнодушных жителей никак не обойтись. Самый главный у нас субботник – это будет 23 апреля. Поэтому я очень просил бы всех жителей принять участие в этом празднике, потому что именно в этот день мы заставим засверкать уже наш район, и все увидят его в полной красе, скажем так. Для желающих помочь в наведении чистоты график субботников размещен на сайтах поселений. – Также всю информацию можно узнать, обратившись в свои управляющие компании. И главное помнить, что чистый двор или улица – это общая задача. Максим Мельников, Михаил Петухов, Марианна Быстрова, КРТВ.